Михаил Владимирович Ашин, герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Последний из проживающих в Санкт-Петербурге героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. В 1941 году Ашик окончил 7 класс школы и поступил в Ленинградский морской техникум. Но учиться не пришлось. Началась война. В марте 1942 года с родителями эвакуировался из блокированного города по льду Ладожского озера. 2 февраля 1943 года Михаил Владимирович был призван в Красную армию и направлен на фронт. В апреле 1944 года, окончив курсы командиров взводов с отличием, был направлен в Крым в бригаду морской пехоты отдельной Приморской армии. После войны продолжил военную службу. С 1947 года служил в войсках МВД СССР. Занимал должность заместителя начальника Высшего политического училища МВД СССР. Более 50 лет занимается литературным трудом. Пишет книги, очерки, статьи. В основном о своей фронтовой биографии. В марте 1945 года, возглавляемая Ашиком группа десантников, четверо суток героически удерживала плацдарм, не давая фашистской группировке вырваться из окруженного Будапешта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Михаилу Владимировичу Ашику присвоено звание Героя Советского Союза.